Не каждый папа влюбляется в щенка сразу. И так получилось с нашим. Как и вы помните, наш папа был против щенка, который появился у нас в доме. В этом видео я хочу показать, что случилось буквально через пару дней появления щенка в нашем доме. А если ты еще не подписан, то обязательно подпишись. Вот прямо сейчас нажимай на красную кнопку. Галчета ТВ. Макс сзади, Макс ревнует, папа. Макс такой, типа, а меня? И тебя. Все. Все классно. Макс счастлив. А мы счастливы, что наш папа гладит и щененка, и котенка, которых он так не хотел. Здорово. Ну, Макс, так поосторожней. Блин, реально ревнует. Так, а я, вы что, я ж лучше, знаешь, ну я же лучше собаки. Макс, ты лучше собаки. Ну все, он такой хороший, ну что ты, целую ночь сам, да? Ну а что, скажи, тяжело быть щенком, когда всю ночь нужно плакать? Мы победили, папа его любит. Макс наблюдает, смотрит, почему играются с ним. Макс со стороны смотрит. Знаешь, ему же самому подойти хочется, и стремняк. И он туда-сюда. Морда выглядывает. Блин, и хочется зайти. И как-то и. А, ты думаешь, он туда не запрыгнет, да? Типа нашел место для баррикады? О боже мой, нет, Макс, не подходи. Фу. Собачку не бить. Макс, нельзя щенка обижать. А ты не подходи к нему. Ты помнишь, как он тебя вчера... Грызнул. Так оно, видишь, маленькое, хочет с ним играться, а тот, блин, дурачок, залез. Но вы же будете играться. Давайте раньше лучше перебить. Ух ты, куда все это задавили? Зачем папа его давить? Макс наблюдает. А что ж скажи? У нас что-то все коты. И собачки грызучие. Так. Не подходи близко. Дикий кот. Ну что? Ну что, карманная собака. Макс услышал, пытался дойти, но, блин, скажи, как мне страшно, там собака. Что? Ну что делать? Как быть? Как жить котенку в таких условиях, да? Я просто не понимаю. Эх, блин, вот это засада. Мурзилка. Зрители, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и ждать новые приключения нашего щенка и нашего котенка Макса. А их сейчас будет очень и очень много. Оставайтесь с нами. Любим вас очень. Всем пока-пока.